Всем здравствуйте! Легендарная актриса Алиса Фрейндлих уже долгое время не показывается в свете. С ней давно не выходит интервью. Поклонники звезды заволновались и строят самые невероятные предположения о причинах пропажи любимой артистки. Одни считают, что после февральских событий Алиса Бруновна просто тайно уехала из России. Другие уверены, что затворничество Фрейндлих связано с ее почтенным возрастом и нездоровьем. Многочисленные пользователи сети гадают, куда исчезла наша мымра Алиса Фрейндлих. Но настоящая причина ухода любимицы зрителей в тень другая. В 2021 году Алиса Фрейндлих долго занималась своим здоровьем, заставив поволноваться почитателей ее таланта. Актрисе пришлось потрудиться, чтобы справиться с болезнью, но ее жизнелюбие и умение не унывать помогли уже через 3 месяца вернуться на сцену и продолжить репетировать. Однако некоторое затворничество имеет место. Алиса Бруновна все больше времени проводит на даче, которую в поселке Комарова получила как почетная гражданка города. И теперь старается наверстать время, не проведенное с семьей из-за работы. Внук Алисы Фрейндлих, Никита Владимиров, счел чудом выздоровления бабушки, так что теперь старается качественно проводить время с ней, не расходуя его на бесполезные разговоры. В частности, Никита уговорил ее сняться в своей картине «Родители строгого режима» в одной из главных ролей. Фильмография актрисы обширна и составляет более 30 киноролей. В числе лучших лент – «Служебный роман», «Жестокий романс», «Тайна снежной королевы» и другие. Кроме того, больше 40 лет Алиса Бруновна – бессменная прима театра. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.